Привет, друзья. К сожалению, дерьмо случается, и к нам вернулся Cheyenne Spirit с недавнего видоса, который мы делали на канале. Короче, отработал он один сеанс и заглох. Напоминаю, что мы чистили в нем мотор. И как бы у меня уже есть, в принципе, предположение, почему так случилось. То есть, почему он все-таки заглох. То есть, вот я сейчас подключу, и ничего не происходит, то есть даже, ну, ни КЗ, ничего, вообще нет контакта. Вот, если дать питание и чуть-чуть пошевелить штангу, вот он, да, завелся, но как-то вот слабо-слабо получается крутит. Вот, кстати, ага, ну вот в определенном положении получается, когда коллектор крутится, то есть есть определенное положение, в котором нет контакта. Почему так происходит? Все это по той причине, что при чистке мотора мы достаем крышку двигателя, то есть на которой расположены ламели. И вот в момент, когда вы достаете, точнее, когда мы достаем эту крышку, щеточки друг от друга немножечко, ну вот, расходятся. То есть больше зазор появляется, вот, грубо говоря, если представить, что это коллектор, то есть вот щетки, получается, неплотно прилегают. И здесь такой вот ювелирный нюанс. Я, по-моему, рассказывал про это в видео, когда мы чистили движок на пене. То есть очень проблематично словить ту золотую середину, чтобы как бы и был стабильный контакт постоянно, но в то же время щетки неплотно прилегали к коллектору, дабы исключить повышенную выработку как коллектора, так и щеточного узла. Вот, поэтому, ну, мы сейчас доберемся до, опять-таки, до мотора. Я вам, в принципе, покажу, как это вот все выглядит, то есть плохой контакт. Берем, так, где у нас тут плюс? Подсоединяем наши крокодилы. Даем Питалово. Ну вот, контакт есть, есть. Вот, сейчас нажал, нету. Смотрите. Беру пинцет. А, то есть тут даже, видите, оно меняется. Крокодилы поджимают щетки. Вот, опять пропал. Сейчас я с какой-нибудь стороны подожму щетку. Вот, видите? Только я чуть дотронулся, вот опять контакта нет, поджимаю, контакт пошел. Вот, это значит, что плоховато мы в прошлый раз прижали щетки, и за сеанс работы они как бы расслабились, то есть одна из щеток, и мы потеряли контакт с коллектором. Вот, проблема, точнее, вина наша. Наверное, произошло это потому, что маловато мы, конечно, испытывали машину на стенде, то есть после того, как мы машину ремонтируем, она проходит у нас обкатку на стенде где-то минимум часа 3. Вот, здесь мы, по-моему, покатали ее всего лишь час. Ну, как бы сейчас нам надо будет опять снять вот эту крышку, поджать щеточки, проверить сначала здесь работоспособность, а потом мы ее отправим на стенд, то есть уже на долгую обкатку. То есть долгая обкатка, как правило, показывает все нюансы. То есть, в общем, будем сейчас регулировать щеточки. Так, щетки мы подрегулировали. Сейчас вот, допустим, 10 пробных включений.
Так, вот опять-таки есть нюанс. С какой стороны? Контачит. Опять эти щетки. Ну вот. И таким образом мы сейчас будем настраивать, конечно, дальше все это дело. То есть опять снимать крышку, опять регулировать. Дубль 2. Опять первые пробные 10 включений. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, 10 из 10. Что мы делаем дальше? Дальше у нас в двух местах мы обжимаем крышку, чтобы в случае чего, ну, мало ли, опять ее придется снимать. И сейчас, после того, как крышка будет зафиксирована, машина помещается на испытательный стенд. Итак, в чем суть испытаний на стенде? То есть мы заряжаем машину с модулем оригинальным шайеновским на максимальный вылет. У нас есть лабораторный блок питания с ограничением по току 10 вольт напруги. Ну и собственно что? Мы врубаем машину и на пару часов забываем о ней, периодически контролируя ток. Если ток превышает норму, мы останавливаем испытание и разбираемся в проблеме. То есть, почему возникло превышение по току. То есть, мы как бы вот сейчас, допустим, включим машину, зафиксируем контрольный ток и как бы периодически будем посматривать, чтобы он не скакал выше. Вот, и в таком режиме машина будет работать около 3-5 часов, то есть без перерыва на максимальном вылете. Этого времени будет достаточно, чтобы щетки притерлись и контакт не пропал. То есть после того, как мы ее затестируем на стенде, опять будет уже, наверное, мы сделаем 20 контрольных включений, чтобы наверняка определить, что все сектора у нас срабатывают на контакт на коллекторе, и если все ок, машина собирается и уезжает обратно владельцу. То есть, ну, как бы, ну вот. То есть, подаем питание. Вот, вы видите, 0,05 ампера, 10 вольт. Ну и вот это значение мы фиксируем и ждем, ждем, ждем. Ну что, ребята, тестировали ровно 2 дня, где-то по 5 часов в сутки. Машина работает без перебоев на сей раз. Потребление тока стабильное в районе 4-5 ампера. Вот. Тестировали с модулем на максимальном вылете. Модуль Cheyenne. И настало время контрольных пусков. То есть, ну, как мы делали раньше. То есть, запуск, остановка, запуск, остановка, запуск, остановка. Это позволит проверить, по всему ли, по всей ли площади у нас, получается, есть контакт. То есть щеток с ламелями. Вот. Для этого мы подключаем крокодилы и плюсовым контактом даем 10 вольт, к примеру. Вот, и таких циклов мы сделаем 20 на сей раз. То есть запуск-остановка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.
девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну вот, вы видели, 20 циклов включения-выключения, ни одной, точнее, ни одного пропуска, то есть все 20 из 20 она запустилась. Ну вот, теперь как бы нам надо финально поджать крышку, запаять плату, собрать, ну и еще разок протестируем и отправим владельцу обратно. Машина в сборе, последние контрольные 10 включений, мало ли там плата дает какую-то ерунду. Итак, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, машина работает отлично, и надеюсь, больше проблем с ней не возникнет. Потому что на этот раз мы, конечно, основательно ее протестировали. Вот, и думаю, что нюанс со щетками уже исключен. Вот, на этом как бы и все. Вот, то есть наглядный пример того, что если после нас что-то ломается, мы это забираем обратно к себе, ремонтируем бесплатно и назад отправляем за свой счет, то есть также бесплатно для владельца. Вот такой вот у нас повторный ремонт. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!